Добрый вечер. В Украине 20:00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышко. Нажми на тормоза. В Украину возвращается контроль скорости на дорогах. Поможет ли это сократить количество смертельных ДТП? Фейс-контроль. Почему в мукачевские детсады не хотят брать сельских детей? Семейные узы. Как родственники Меган Маркл лишили новоиспеченную герцогиню Сассекскую покоя. Один украинский военный получил ранение во время обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП. По позициям объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Гнутова, Лебединского и Павлополя. Все подробности узнаем у Ирины Баглай. Дивлюся за посадкою. Зараз нікого не видно. Коли вони можуть бути, що виходять, деколи дивитися там. По-тихому бойовики всячески пытаются подобраться к позициям пехотинцев. За неделю на всех участках фронта были зафиксированы с десяток подобных вылазок. Действуют группами по несколько человек. Традиционно это происходит там, где от окопов противника до наших всего лишь сотни метров. Метрів на 100 підходять у нас зараз в зеленку, там до зеленки 78 метрів, тобі що вони туди підходять і за зеленкою работають. Ми їх погано бачимо там, і вони цим користуються, тобі за зданнями ховаються заброшеними. 20-летний Владислав уже 2 года на фронте. В армию пришел, едва исполнилось 18. С Киева звільнився з роботи, приїхав додому, 3 дні відпочив. Пішов до військкомату зранку. В обід я вже був, получається, в часті, підписав контракт. Еще подростком он решил, какой сделает выбор. Для большинства его земляков из Луганской области непонятный. Патріот з Луганської області повинен захищати свою землю. Хто ж, як не я? Чому ви, хлопці з других регіонів, повинні воювати, а я буду сидіти вдома? Це якось неправильно. Бойцы показывают гаражи в нейтральной зоне, откуда почти каждую ночь по ним стреляют наемники. Зачистить этот сектор не могут, рискованно, ведь помещения заминированы, да и зайти сюда проблематично. Спочатку використовується вогонь з стрілецької зброї, автомату чи кулемету, щоб відволікти увагу, по-перше. А по-друге, щоб, користуючись прикриттям шумової оцієї завіси від пострілів кулемета, вони роблять постріл снайпери. По информации нашей разведки, только на окраине Донецка в Петровском районе, который граничит с Мар'їнкою, на огневые точки вышли 5 снайперских групп из России. В основном работают только снайперские группы. Когда видят, как наши хлопцы работают по укреплению фортификационных своих споруд. Но в ночи по всей абсолютно линии зіткнення відбувається массовый вогонь. Артем один из тех, кто первым встречает ДРГ врага. За плечами у него служба в израильской армии. Сравнивать боевые действия в двух странах сложно. Это даже не армия, это даже весь Израиль так живет. Родину нужно защищать. Вот. И если некоторые люди просто этого не понимают, мне их очень жаль. Потому что если бы мы все вместе это понимали, вот этого всего бы сейчас балагана не было. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Сегодня в Украине отмечают День военно-воздушных сил. Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке поздравил военнослужащих с праздником. В этом году авиапарк воздушных сил Украины пополнился 30 отремонтированными и модернизированными самолетами. Это истребители МиГ-29, Су-27 и штурмовики Су-25. По словам командира воздушных сил Украины Сергея Дроздова, усовершенствованные модели будут намного эффективнее. В Украине сегодня почтили память жертв большого террора, так называют масштабную кампанию репрессий в Советском Союзе, которую инициировал Иосиф Сталин. 5 августа – фактическое начало выполнения пресловутого приказа НКВД об аресте антисоветских элементов. В Киеве провели акции, посвященные трагедии 1937-1938 годов. Это была самая массовая чистка за всю историю существования Союза. По приблизительным подсчетам историков, каждый день расстреливали около 1000 человек. Судьбу людей решали так называемые трое. То есть 3 сотрудника НКВД, которые олицетворяли собой суд, следствие и исполнение приговора. За 2 года в Советском Союзе арестовали 1,5 миллиона человек. Из них около 700 тысяч были расстреляны. Завтра в Старобельске Луганской области суд продолжит рассматривать дело бывшего народного депутата Александра Ефремова. Я напомню, этот политик находится под стражей уже около более 2 лет. В чем его обвиняют и как продвигается это дело, в нашем материале.
Бывший глава фракции партии регионов Александр Ефремов был задержан еще в феврале 2015-го. Тогда правоохранители обвинили политика в голосовании так называемых диктаторских законов 16 января. Спустя несколько дней суд отпустил депутата под залог. Сразу же Ефремову выдвинули новое подозрение в разжигании национальной вражды. И вновь назначили сумму залога без содержания под стражей. А само дело вскоре было закрыто по реабилитирующим обстоятельствам. Третий раз Ефремова задержали уже 30 июля 2016 года на борту самолета. Как заявил сам политик, он собирался слетать на выходные в Европу, при этом имея обратный билет. Тогда же в Генпрокуратуре выдвинули экс-нардепу новые обвинения. Организацию захвата здания Луганской областной администрации и пособничество при захвате здания СБУ в Луганске весной 2014 года. Сейчас это дело расследует суд Старобельска Луганской области. Ефремов уже больше 2 лет находится под стражей. Адвокат бывшего регионала уверяет, это незаконно. У Ефремова не было ни одного факта нарушения им процессуального поведения за последние 3 года. Ни одного повода или попытки уклониться от следствия, от суда, от прокурора, от следователя. Нужно принимать все характеризующие обстоятельства. Нужно понимать возраст, нужно понимать социальный вес политика, ведь он политик. При этом судом это не принимается к сведению. Суд закрывает на это глаза. Фемида абсолютно слепа. И вот без наличия любого риска суд автоматически каждые 2 месяца продлевает меру пресечения. Что, между прочим, запрещено европейским законодательством, в том числе и Конвенцией по правам человека. Человек за 2 года нахождения под стражей ни разу не прикрылся клетчатым одеялом. Ни разу не пытался объяснить, что у него давление или не давление, что у него щемит сердце или нет боли в сердце. Жалобу на незаконное задержание и содержание Ефремова под стражей уже рассматривает Европейский суд по правам человека. По словам адвоката, политика, дело его подзащитного в Украине намеренно затягивается. Ведь у правоохранителя якобы нет доказательств. Мы допросили 99% всех свидетелей обвинения. Мы исследовали значительную часть письменных так называемых доказательств. Можно уверенно говорить о том, что в деле не существует ни одного доказательства. В деле нету ни одного обвинительного показания свидетеля, которое бы уличало Ефремова в любых, в каких бы то ни было, незаконных действиях. У нас нету ни одного прямого свидетеля тех событий, которые ему абсолютно политически мотивированно вменяются, инкриминируются органам прокуратуры. Очередное заседание суда в этом деле состоится уже завтра. На этой неделе суд должен и принять решение, оставлять ли Ефремова под стражей. Андрей Кравец, Леонид Оборин, подробности, телеканал Интер. Трудовая миграция тормозит рост экономики. Речь об этом идет в отчете Национального банка. В НБУ отмечают, что бизнес ощущает острую нехватку квалифицированных кадров. Это связано в первую очередь с оттоком украинцев в Польшу и другие страны Европы. При этом процесс этот вероятнее всего усилится в ближайшее время, особенно в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и связи. Так прогнозируют банкиры. В Кировоградской области полиция задержала 30 криминальных авторитетов во время так называемой сходки. Об этом сообщил первый замглавы нацполиции Вячеслав Амброськин на своей странице в Фейсбуке. 30 членов группировок собрались в Светловодске. По информации полиции, они выбирали так называемого смотрящего за городом. Напомню, в прошлом году в Кропивницком полиция отчиталась о задержании 27 криминальных авторитетов. Впрочем, всех задержанных тогда отпустили. На украинские дороги возвращаются радары и контроль скоростного режима. Такое решение было принято в связи с рядом масштабных смертельных ДТП, которые произошли в последнее время. Я напомню, 20 июля в катастрофах погибли более 20 украинцев. Поможет ли подзабытый способ проверки скорости избежать такого количества смертей, разбиралась Любовь Кукла. Машина летела через 2 светлофора червоных. Через перший червоний світлофор вона встигла пролетіти, а на другому червоному світлофорі вона зачепилася за іншу машину і відрикошетило на зупинку. На эту остановку Владимир пришел впервые за почти 1,5 года. Прошлой весной сюда на бешеной скорости влетела машина. В это время люди ждали транспорт. Минимум 150 км за годину было. И водитель даже не пригальмовал, он просто снес всех людей на зупинці, которые стояли. Людей разбросало, будто кегли в боулинге. Дальше сущий ад.
10 днів в комі, лікарі взагалі ніхто не міг нічого сказати, чи я виживу, чи ні. Був на апараті штучного дихання, були переламані ребра, таз, розтрощена стегнова кістка, сплющені легені. Виновник ДТП моментально скрылся с места аварии. Был он пьян или нет, остается загадкой, ведь задержали его только спустя 2 дня. Так скрываться от правосудия удается не всем. Это Андрей, он тоже пострадал в ДТП. Я столкнулся с 2 водителями такси. Здесь наглость попросту зашкаливает. Один из таксистов был пьян, другой под дозой. Андрей в аварии почти не пострадал, досталось только его пассажирам. У одной девочки сломана ключица. Делали операцию, вставляли пластину, у второй девочки был сломан нос. Среди лидеров, но не к счастью, а к сожалению, Украина в шестерке стран в Европе по количеству ДТП. Каждый день появляются шокирующие сводки, которые стали привычным новостным фоном. Убитые и раненые, и не на фронте, а на украинских дорогах. Каждый день в Украине погибает 10-15 украинцев возрастом обычно 25-35 лет. Они просто гибнут. И еще 20-30 человек становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы. В чем причина? Пьяные на дорогах, коррупция в кабинетах и права в подарок? Чаще всего причинами смертельных тяжелых аварий является человеческий фактор. Это значительное превышение скорости, это употребление алкоголя, причем не в дозах, там бутылка пива или бокал шампанского, или 2 бокала вина. Речь идет о 300, 300, 400, 500 граммах водки, ну, в соотношении вот с теми опьянениями, с теми промиллями, которые мы встречаем. И плюс, конечно, это пренебрежение ремнями безопасности, из-за чего происходит большая часть смертей. Но это далеко не полный список, почему мы одни из лидеров по количеству ДТП. Еще одна причина – сами же дороги, а точнее их состояние. А еще транспорт, который очень часто непригоден для перевозки людей. Если брать рейдовые проверки, то они проводятся системно. Щодня формуются планы графики, формуются відповідні экипажи, которые відпрацьовують на дорозі. Якщо брати пасажирські перевезення, то з початку року було перевірено більш ніж 46 тисяч автобусів. Но, видимо, этого было мало. Чего стоит одна черная пятница, 20 июля этого года. В тот день аварии унесли жизни более 20 украинцев. 15 из них погибли в злополучных маршрутках. Теперь в министерстве бьют тревогу, собираются вернуть на дороги радары. Но когда это будет, неизвестно. Как и то, когда же на всех украинских трассах появятся долгожданные камеры для скоростного контроля. На це так і не виділені кошти. Рахункова палата тоді ще заявляла, що потрібно 1 мільярд гривень для того, щоб повністю по Україні впровадити цю систему. В цьому році закладена в бюджет невеличка частиночка від цих коштів, яка дозволить, можливо, для кількох величезних міст вирішити це питання, а можливо, і не дозволить. Но никакие камеры, наказания и ужесточения не помогут, пока мы сами не научимся не превышать, не нарушать и не садиться пьяными за руль. Любовь Кукла и Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер. В Мукачеве Закарпатской области планируют ввести платное посещение школ и детсадов для сельских детей. Почему за одного ребенка теперь придется выложить более 2000 гривен, разбирались наши корреспонденты. Юрий с семьей живет в селе Ключерки возле Мукачева. Своих 3 детей возит в город. Недавно воспитатели вручили ему уведомление. С вересня 2018 года оплата за послуги в закладе дошкільної освіти вашей дитини становить 2122 гривні, ще й 8 копійок. У мене 3 дітей, 6 тисяч гривень. Звідки мені їх взяти? Жінка безробітна. Я сезонний робітник. Мотаюся за кордоном. Как быть дальше и куда пристроить своих детей, Юрий не знает. В сельском детсаду мест нет. Он рассчитан всего на 50 воспитанников, а желающих почти 200. Чего я не могу детей своих давать в город? Я, как обычный родин, мав право правильно як дати в село, так и в город. Звідси, грубо кажучи, 4 кілометри, но я вам повім, намного краще освіту надають, як, допустим, нас сейчас в село. В Мукачевской мэрии успокаивают, платить за воспитание и обучение детей в городе могут не только родители, но и сельсоветы. Мы несем чималі витрати на утримання, зрозуміло, освітньої сфери нашого міста.
Якщо субвенції з державного бюджету складають порядка більше як 100 мільйонів, образно говорячи, коштів гривень на утримання освітньої сфери, то місто ще додатково витрачає 150 мільйонів гривень. Чим младший ребенок, тим дороже стоїть його воспитання і обучення. Посещення начальних класів одного ученика обходиться в 1100 гривень в місяць, старшокласника – около 900. І заняття в дитячій спортивній школі 1455 гривень на одну дитину на місяць. Це витрати міського бюджету, які він несе. Ми пропонуємо, щоб платили або батьки, або сільські ради. В Ключерковском сельсовете о решении Мукачевской мэрии слышали, но пока городские власти с предложениями не обращались. Официально не зверталися. Я тільки побачила на їхню на сайті міськвиконкому, що є такий проект регуляторного акту. Я вважаю, що це так не повинно бути, тому що є держава, є освітні субвенції. В обладміністрації ініціативу Мукачевської мерії не підтримують і заявляють, що брати плату за обучення і виховання в державних школах і дитсадах незаконно. Згідно із законодавством, дитина і батьки можуть самостійно вибирати навчальний заклад, дитсадок чи школу, в якій можуть навчатися. Якщо ж це рішення буде прийнято, воно буде оскаржене в суді обласної державної адміністрації і скасоване. І все ж в Мукачевському горсовєті намірені на ближайшій сесії прийняти рішення об обов'язковій оплаті посещення городських садиків і школ для тих дітей, які не проживають в місті. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Родственники Меган Маркл продолжают зарабатывать на новом статусе герцогини Сассекской. В Букингемском дворце всерьез разрабатывают план, как заставить замолчать отца и сводную сестру Меган. Чем самые близкие насолили звезде форс-мажоров, узнаем у Светланы Чернецкой. Королевская сказка для Меган Маркл продолжается. Но в то же время кровные родственники продолжают огорчать герцогиню Сассекскую. Сестра по отцу от первого брака не устает раздавать интервью прессе, купаясь в лучах славы и зарабатывая по несколько тысяч за одно появление на экране. Саманта Маркл поливает грязью Меган, упрекает в игре на публику и в бесчувственности. Я действительно думаю, что сейчас критическое время, и она должна выйти на связь с отцом и прояснить все недопонимания, потому что жизнь очень коротка, и ему уже 74 года. Если с ним что-то случится, и отец умрет, не думаю, что мы сможем себе простить, что он был несчастлив. Меган уже 3 месяца не выходит на связь с отцом, не отвечает на звонки и сообщения. А Томас Маркл еще больше настраивает дочь против себя, обсуждая подробности личной жизни дочери в прессе, что совершенно недопустимо для родственников королевской семьи, ведь по традиции каждое слово должно быть согласовано с администрацией Букингемского дворца. В тот момент, когда Томас Маркл открыл дверь перед прессой, дверь дворца перед ним закрылась. Его сейчас считают неблагонадежным. Он наверняка даже не подозревает, какой эффект вызывает его слова. В надежде, что она сможет достучаться до отца, Меган решила все же навестить его. Подробности визита держат в секрете, но известно, что он состоится в конце августа. Герцогиня поедет сама, принц Гарри останется в Лондоне. Она, конечно же, получит инструкции от Букингемского дворца, как должен вести себя родственник королевской семьи и постарается убедить отца быть поскромнее и соответствовать новому статусу дочери. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». В Сирии убит ученый, который разрабатывал ракетное оружие. Дамаск обвиняет Израиль, но там пока отмалчиваются. В то же время война в Сирии, по мнению экспертов, подходит к концу. Все детали узнаем от Сергея Услендера. Асис Асбар в научном центре Масьяф руководил отделом номер 4, засекреченное подразделение, которое отвечает за разработку баллистических ракет и установку на них химических боеголовок. Асиса убили в собственном автомобиле. Дамаск сразу нашел в этом деле израильский след, дескать, ученого ликвидировал Моссад. В Израиле эти сообщения не прокомментировали. В Сирии сейчас творится такое, что обвинять во всем еврейское государство просто нелепо. Ученый, который был убит, между прочим, взяли ответственность за его уничтожение –
исламская группировка, которая воюет с сирийским режимом, поэтому говорить о том, что это Израиль или не Израиль, это совершенно нерелевантно, потому что там столько группировок, которые воюют друг с другом, что Израилю там не всегда есть что делать. Они делают эту работу вместо нас. Впрочем, позиция Израиля по сирийскому вопросу известна очень хорошо. У себя делайте, что хотите, только не переходите границы и красные линии. А вот разработка дальнобойных ракет и химического оружия как раз и была такой красной линией. Но куда большую активность Израиль проявляет, если у его границ оказываются иранские подразделения или отряды радикальных группировок, вроде ИГИЛ. Сирийским военным тоже достается подтверждение тому уничтожение сирийского самолета, вторгшегося в воздушное пространство еврейского государства. Наше ПВО готово в любой момент доказать свою силу. Что касается всего, что происходит с другой стороны в Сирии, с нашей точки зрения ситуация возвращается к тому, как это было до гражданской войны. Война в Сирии, похоже, подходит к концу. Армия Башара Асада добивает остатки повстанческих группировок и уже вплотную приблизилась к границе с еврейским государством. Израиль реагирует на это спокойно, дескать, это ваше дело, но уточняет. Резни среди нелояльных к Асаду сирийцев не допустит. Что касается послевоенного устройства в Сирии, то здесь позиция Иерусалима вполне простая. Если все вернется к ситуации до начала конфликта, когда действовало соглашение о разделении сил после войны судного дня, то Израиль это вполне устраивает. Но только при условии, что Дамаск будет придерживаться четко обозначенных красных линий. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. В венесуэльской столице покушались на жизнь президента Николаса Мадуру. По данным властей, возле трибуны, где он выступал, взорвался беспилотник. Кто за этим стоит, выясняли наши корреспонденты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступал перед публикой на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в Каракасе. Внезапно над трибуной прогремел взрыв. Атаку совершили с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Потом стало известно, что снайперы сбили несколько из них еще до достижения цели. К Мадуро бросились охранники, закрывая его пуленепробиваемыми щитами. Люди разбежались. Президент не пострадал. Проделанная работа уже разрешает нам сделать вывод, что это было покушение на гаранта Конституции Республики Венесуэла Николаса Мадуро. Сейчас все спокойно. Атака оказалась неэффективной, и официальные лица продолжают свою работу. Сам Николас Мадуро считает, что за покушением стоит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и его сообщники в Венесуэле. Это была попытка меня убить. Все указывает на крайне правых в Венесуэле, которые сотрудничают с правыми из Колумбии. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос стоит за этим покушением. У меня нет сомнений. Нам стало понятно, существуют те, кто финансировал это покушение. Они живут в США, во Флориде. В Колумбии и США эти обвинения назвали абсурдными. Ответственность за атаку взяло на себя ранее неизвестное национальное движение фланелевых солдат. Сообщение об этом они опубликовали в Твиттере. Но есть и другие версии. Агентство Associated Press сообщает, что никаких дронов вовсе не было, а возле Мадуро взорвался баллон с газом. Пока ни одной версии покушения официально не обнародовали. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. Рев моторов и адреналин. 4000 байкеров собрались в Черкассах. Они приехали не только со всех концов нашей страны, но и из-за рубежа. Как развлекались любители скорости, видели мои коллеги. Шестой год подряд байкеры съезжаются в детский лагерь «Дахновская Сич». Здесь участники не только могут пообщаться, но и показать свои умения. Для этого приготовили насыщенную программу. Это и различные шоу, и спортивные состязания. Есть, пожалуйста, касание. Одно из таких соревнований – показать мастерство вождения. Нужно проехать в лабиринте фишек, не задев при этом ни одной. На фестиваль приехали и гости из Беларуси. Очень нравится. Душевный прием, все помогают. Здорово. Очень классный фестиваль. Краевиды, пейзажи, природа вообще замечательно. Традиционно участники фестиваля проехали по центральной площади Черкас. В колонне можно увидеть самые разнообразные байки, от современных до раритетов. Александр и его друзья гордятся своими легендарными немцами. В народе их называли «Сахара». Мотоциклы были предназначены для военных действий в Африке. Данных мотоциклов, этих было выпущено порядка 20 тысяч мотоциклов, этих порядка 10-800.
Так как эти мотоциклы были более дорогие в производстве, поэтому их было выпущено меньше, есть такой автомобиль Купельваген, то Купельваген был дешевле по цене, чем мотоцикл Цундап или мотоцикл Сахара. С техникой на «ты» даже внуки. У меня и мотоцикл оранжевого цвета. У моего брата зеленый. И они как настоящие мотоки, но на самом деле они игрушечные. Фестиваль – праздник не только для участников. Клас, захоплююче дуже. Було декілька мотоциклів, навіть попросили сфотографуватися, дуже сподобалось. Ольга Теребинская, Михаил Коваленко, Николай Ус. Подробности, телеканал Интер, Черкасы. Самый большой в Украине открытый вольер для человекоподобных обезьян. Площадью более 2 гектаров открыли под Харьковом. Как здесь сумели сохранить популяцию редких приматов, занесенных в Красную книгу? Давайте узнаем. Посетители Фельман экопарка у нового вольера с замиранием наблюдают за жизнью шимпанзе и орангутангов. Никаких решеток, людей и приматов разделяют лишь стеклянные стены окна. На огромной площадке обезьяны чувствуют себя практически как в дикой природе. Нежатся на травке, сидят на деревьях или прыгают по рукотворным лианам. Самое главное то, что здесь природный субстрат. Это песочек, это травка. Здесь есть естественные деревья, есть валуны, плюс, естественно, конструкция. У шимпанзе появятся искусственные термитники, чтобы из них можно было извлечь что-нибудь вкусненькое, так как они это делают в природе. Новое летнее жилье приматов построено с учетом рекомендаций Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Такая большая территория обезьянам отдана не случайно. Все для благополучия этих социальных животных. Мы не показываем пару обезьян, мы не работаем над тем, чтобы иметь пару. А мы работаем над тем, чтобы иметь группу, ту, которая она живет, по которой она живет в природе. Это такой момент, когда обезьяны, они очень социальные, когда они могут строить семьи, у них появляются дедушки, бабушки, те особи, которые их учат правильно. Фельдман Экопарк вместе со Всемирным открытым фондом реабилитации и реинтродукции животных подключился и к планетарному зоозащитному движению по сохранению и восстановлению популяции редких видов. Живущие в таких рукотворных джунглях популяции нужны миру как резервные копии вымирающих видов. Основная задача их разведения и возвращения их в среду их постоянного обитания, в те страны, в те регионы, где некоторых видов практически насчитываются единицы. Это большая, серьезнейшая работа. Многие страны потеряли ряд животных, которых у них были исторически. И они сегодня могут воспользоваться такими фондами, как наш, как Всемирным фондом сохранения видов, для восстановления и возврата этих животных к себе. Новый вольер для приматов построили в том числе благодаря акции «Искусство милосердия», во время которой деньги для животных собирали, продавая картины. Коллекция приматов в Фельдман экопарке по числу видов, а их здесь более 30, уже сравнима с голландским зоопарком Аппенхель, одним из крупнейших мировых центров спасения человекообразных приматов. В искусственных популяциях Фельдман экопарка благодаря правильному уходу регулярно размножаются лемуры Вари, макаки-маготы, мадрилы. А год назад родился детеныш у шимпанзе. Ирина Громова, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Как спасаются от жары жители зоопарков? Какой рекорд побил обычный учитель из Канады? И как выжить, когда на градуснике стабильно плюс 47 по Цельсию? Обо всем этом прямо сейчас. На юге Португалии из-за аномальной высокой температуры горит большой участок леса. На борьбу с огнем бросили более 200 единиц техники и 12 самолетов. На данный момент спецслужбы начинают подготовку к эвакуации жителей из опасной зоны. О пострадавших пока не сообщается. Метеорологи считают, аномальная жара связана с изменением климата из-за глобального потепления и не исключают, что температура 47 градусов продержится всю ближайшую неделю. Школьный учитель из штата Огайо установил мировой рекорд, проплыв на самодельной лодке через северную часть Атлантического океана. 37-летний Брайс Карлсон начал свое одиночное плавание из канадского города Сент-Джонс и через 38 дней завершил путешествие в порту Святой Марии на острове Силли у берегов юго-западной Англии. Рекордсмен рассказывает, каждый день он сидел на веслах по 12 часов.
В США прошли необычные соревнования по серфингу с участием собак. Животным выдали специальные миниатюрные доски и спасательные жилеты. Принять участие в ежегодном турнире мог любой желающий со своим любимцем. Организаторы рассказывают, подобное мероприятие устраивают уже третий год подряд, а все вырученные деньги перечисляют к питомникам для животных. Смотрители китайского зоопарка придумали, как помочь животным пережить аномальную жару. Для них замораживают лед и готовят мороженое со специальными добавками. Директор зоопарка говорит, не все звери могут пережить такие экстремальные условия, поэтому каждый день для питомцев заготавливают ледяные кубики и фрукты. Кроме этого, в некоторых вольерах установили мини-водопады. Новый мировой рекорд установили жители Индонезии. В рамках летних азиатских игр на главной улице Джакарты 65 тысяч человек одновременно станцевали ритуальный танец «Пока-пока», что в переводе означает «танец тысячи рук». Таким образом, местные жители познакомили гостей со своими традициями. Азиатские игры или Азиада стартуют 18 августа. В них примут участие более 11 тысяч спортсменов из 45 стран. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.